сходит. Видишь, он как с топором отрубленный. Да. И чтобы такого не было, мы такой волос, например, если нам надо сузить длину, хорошо, мы его вот так сужаем, эту длину, снимаем. Но чтобы избежать этого ужасного эффекта, да, мы берем несколько прядей вместе и под слайсом просто все это убираем. Вот так. Да. Чтобы они не были как, ну, да, метла там. И тоже ножницы, они должны быть довольно острые, чтобы синтетику они не сделали кучерявую сразу, чтобы она не подтянулась, да?